קורח לוקח הכל, לוקח כסף, לוקח זה, לוקח זה בסדר, אדם צריך לתת או לקחת? Корох он все время берет, берет все, он хочет и деньги, и власть. Это что правильнее, давать или брать? Давать. Корох лукеах. Корох всегда берет. Думаете, я ашир гадол. Очень богат. Так когда как, что им хотим нагида йом, ашир гадол, гадол, ашир ке корох. Сегодня есть такое выражение, не говорят очень богатый, говорят богатый как Корах. Откуда? А как шары тумы Митраи? Только вышли из Египта. Не было денег ни у кого, и вдруг он такой богатый. Когда нам говорим, что он гидла это отцарот, что Йосеф и Цадик, что лакахат кола кесет на Митраим, שם את זה בארגזים, הוא גילה את זה, הוא גנב את זה, לקח את זה. И есть мидраш, который говорит, что он нашел те деньги, то золото, которое в свое время Йосеф взял с Египта и спрятал, и он это нашел и при кармане. Мы видим, что на царь козе, что от лукеах, ובכלל, הוא לוי, הוא רוצה להיות כהן. מישהו כאן רוצה להיות כהן? כתוב לך חושב את כהנם? פוסלי את אומניה. רק כהן גדול. רק כהן גדול. אתה יודע, מה הביא אותו לדבר? הרי כהן לא בחר להיות כהן. הוא נולד כהן, אני כהן. נולדתי כהן, מה אני אעשה? אני לא יודע. אם אני לא יודע, אפשר לרצות? הוא יהיה לוי, מה אתה פתאום רוצה להיות כהן? מה קרה? באמת, חז"ל מסבירים מה הייתה הסיבה למה קורח רצה להיות כהן, לא סתם כהן. הוא רצה שכולם יהיו כהנים. כל העם יהיו כהנים. סמך ישראל כולם קדושים. Демократия, кулам шамим. И когда мы говорим про Кораха, то Корах сюда. Корах он левит, он хочет быть коэном. Не просто он говорит, что он хочет, чтобы весь народ были коанимы. Да здравствует демократия, каждый может быть святым. Это так и у нас, в принципе, написано. Нет, это написано про будущее, не про сейчас. Медотиатана Шелькораха Моше Рабейну. Амах Исраэль кулам кдуши. Лама ма титнасе? Лама та йотен дофен? Та ве Аарон? Протектам атем лакахтем эзэ? Эфа демократия ка? Поэтому он все время возмущается. У всех есть святость. Вы сейчас внутри семьи взяли Моше, Аарон, самые крутые должности. Где демократия? Почему я не получил самую большую должность? Равенство. Да? Шевьон. Шевьон, коммуна. Тем боим, я решил, я там коммуна, коммунисты. Куда мы шевим? אף אחד לא היה שווה, וכל... אף אחד לא היה שווה כלום, בזה הם היו שווים. אבל מה הביא אותו לדבר הזה? הגמרא במסכת סנהדרין, היא מספרת סיפור על קורח, באמת, מה גרם לו להיות, שהוא רוצה להיות כהן. מספרת, כתוב, יש פסוק שאומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת הרוסן. מה של אישה בונה את הבית, ואיוולת טיפשה, איוולת זה טיפשה. אישה טיפשה, היא הורסת את הבית שלה. יש מדרש, את הספריצ'י, взят פסוק, что мудрая строит дом, а дурная его разрушает. Мишлей? Да.
И здесь мы должны понять, о чем идет речь. О каких мудрых и глупых? Эх, мсапер, шая ахан, вималя махлоке, кавал он бен пелет. Вишто шел он бен пелет, ета хахама. Вира ата, ша махлоке тазо таби трагедия. Амишпаха шела, лабал шела. Ма яста, и натна ло лиштот водка. אפי, מצב וודקה במדבר, זה מסירות נפש. נתנה לו לשתות מים. והוא הולך לישון. הוא הולך לישון באוהל, ואלה בעלי המחלוקת, הם היו אנשים צדיקים. כולם, זקנים, לבנים, כמו דוב ויגון, מגבט, זה. באו לקרוא לו למחלוקת, באו לקרוא לו, והיא, מה היא עשתה? היא הייתה אישה נשואה. אישה נשואה שמה כיסוי ראש. הורידה את הכיסוי ראש, ועכשיו בפתח של האוהל, והם, הצדיקים האלה, באו לקרוא לו, אסור להסתכל על אישה בגלוי ראש. אוי, 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 אוי. כל פעם הם באים, היא יושבת שם. Кто эта мудрая женщина, про которую говорит притча, нам объясняет, что это жена Она бен Пелета. Он был одним из участников спора, то есть один из тех, кто хотел добиться того, чтобы ему дали мощную должность. И что сделала его жена? Она понимала, что ситуация ужасная, что это закончится плохо и для него, и для всех, кто рядом. И она его напоила. Ну, для начала было сказано водкой, потом договорились, что водой. Но не важно, она его уложила спать. Это то, что важно. И после того, как она уложила его спать, она села на вход в шатер и сняла головной убор и начала расчесываться. И пришли эти большие праведники, все с большими белыми бородами, суперправедники. Только звать его, видят женщина без головного убора, скажет: ой-ой-ой-ой, нет, мы такое смотреть не можем. И, ну, женщина без головного, замужняя женщина без головного убора. Что за праведники? Неважно, Корах с компанией. 250 человек. Да, 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 из них, часть из них. Пришли его звать, пошли с нами, ты ж собирался. В итоге все они из-за своей праведности нарвались на эту умную женщину, которая их смогла таким образом развернуть, не сказав им ни слова. А вот что же Корах, и типша, и велик, маэста, и бали бала колазман, Корах, אתה עשיר, אתה מולטי מיליונר, אוליגרך, יש לך הכל, אבל אין לך כבוד. למה? תסתכל על אהרון. כולם נותנים לו כבוד, איפה הכבוד? אז לך לא נותנים בכלל כבוד. למה לא תהיה כמו אהרון? אין לך כבוד. А, ты дать надо, чудек это. А за ней коэн. Кто глупо из этой притчи? Это жена Кораха, которая ему постоянно клевала мозги. Что, посмотри, ты богатый, ты мультимиллионер. Уважают не тебя, а Аарона. Он коэн, его уважают. И он слушал эти глупости. Пока в итоге сказал: хорошо, пойду бороться за то, чтобы быть коэном. Кто-то хочет жениться? На умной или на глупой? Шахахама, но ты пша. О, мэра, шарабы в хидото, ахшабу у царих лакшов, имя их хахамала, имя ивель. מה, אתם לא יודעים? מה אתם חושבים שאישה זה רק יופי? זה נהיה תלכה קרסתה. יכולה להיות יפה וטיפשה. מוז'ה בית קרסיבה היא גופה. נחלדת. נחלדת. אני אגיד לך, אני כבר נשוי 53 שנים. בעיה היא
שטיפש ולא טיפשה ולא טיפשה אישה, טיפש ולא טיפש איש, שומע אשתי או לא, זה העיקר. אתה צודק. האיש צריך להיות חכם, צריך לשמוע מה אישה אומרת או לא לקבל הכל. בנים של קורח. איך, אתה שואל אותי איך למצוא אישה חכמה? בשביל זה אתה צריך להכיר אותה. Нужно с ней понять ее. Это мидот шела. Ее качество. А им бы метро дефет кавод. Что она ищет для себя? А им ее руца и тхатен и тхаби гаша та профессор, а что та бенадам. Ищет уважение, ты профессор, или потому что ты хороший человек. Знаешь, има себя. Им это бенадам, что тоар, о машу казе, אבל אכפת לה אם אתה כזה, אכפת לה כאילו הכבוד. דוגמה. אבל בודקים, מה אכפת לה? לפעמים אישה היא יכולה להרוס את הבית. היה כאן פעם בחור, הוא היה לפני הרבה שנים, הוא בא לכאן, שהוא נשוי. שאלתי אותו, למה באת לכאן? הוא אומר, תראה, אני, אשתי, היא רצתה בית. כמה חדרים? 5 חדרים. למה? ככה. לקחתי 2 משכנתאות, לא משכנתאות. ואני עובד 24 שעות, 7. אבל היא הולכת לחברות שלה, ומסתכלת אצלהם בבית, מה יש? היא גם רוצה. היא רוצה שטיח, היא רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה. אמר, די, אני כבר לא יכול יותר, לא אכפת לי, תביא. ברחתי מהבית. טוב, страшный рассказ, что пришел один раз парень, женатый, и Рава его спрашивает, чего ты пришел, дом и все прочее, он говорит, я женился, жена хотела то, хотела все, дом, 5 спален, 2 машканты работать с утра до ночи, а она продолжала ходить по подругам и говорить, о, здесь есть классный ковер, здесь классная мебель, и все его клевало, пока он не плюнул и сбежал поучиться. Еще на тех. Нужно проверять именно личные качества, все остальное вторично. И свои тоже, потому что одно с другим непосредственно напрямую завязано. И Гмара говорит, что Корах, все его падение было в частности именно из-за жены. אבל מה הטענות של קורח? הוא אנרכיסט, איך אומרים ברוסית? אנרכיסט. אנרכיסט. יש היררכיה. יש ישראל, יש לוים, יש כהנים, יש כהן גדול, יש... מה הטענה שלו? הוא בא ואומר, לא, לסנהדרין. 250 סנהדרין, ראשי סנהדרין, לכולם. כולנו שווים. אין היררכיה, יש אנרכיה, אנרכיה, להרוס את כל העולם. לא רק זה, לא רק שהוא מדבר על החברה, הכל הפוך אצלו כתוצאה מזה. על ארץ מצרים, מה הוא אומר? היינו בארץ זבת חלב ודבש, היינו במצרים, זה ארץ זבת חלב ודבש. היינו שם, עכשיו אנחנו הולכים לארץ ש... אוכלת יושביה? מה זה? Мы видим, что Корах, он своего рода анархист. Почему? Анархия, она не признает никакой иерархии. Не признает, что кто-то должен быть начальником, другой ему должен подчиняться, у каждого своя функция, своя должность. Он говорит, все крутые, все святые, все командиры, все начальники –
И в итоге это приводит, в частности, к тому, что у него вообще переворачивается понятие. В частности, он начинает говорить: мы вышли из земли, текущей молоком и медом, из Египта, и идем в землю, которая кушает своих жителей. Да, а коли это перцы? Моше Рабейну ло итьяеш. Мивакеш, митханен лифней. Бо наси шану, ма атем роцим? Бо! Он мог сказать, а, ты... Но нет, он хапест как сделать шалом с Корах. Но ни в коем случае, не хотим видеть его. Ты накер את העיניים שלנו, לא, בשום אופן. אנחנו לא נעשה. מה היה העונש שלהם? מה היה העונש? מוות. אבל איזה מוות? וואי, קשה. אה? קשה, סטרשנה סמרת. נורא. מוות נוראית. הארץ אכלה. הארץ בלה אותה. אתם אומרים על ארץ ישראל, שהיא ארץ רעה, וארץ מצרים, ארץ זבת חלב ודבש. טוב, היא בלה אותה. Когда мы видим всех, кто шел вместе с Корахом, все, которые тоже стремились к тому, чтобы мы все начальники, что с ними произошло? Страшно, он спросил, как они погибли? Страшная казнь, их проглотила земля. Что земли разрушили? А дома подхает пия. Пия выбрала вот она. А Тора ирелевантна. התורה, כל מה שהיה בעבר, זה לא בא לספר לנו רק היסטוריה, מה היה. מה אנחנו, בדור שלנו, בימים האלה, יכולים ללמוד ממחלוקת קורח ועדתו? Должны понимать, что все, что написано в Торе, релевантно и для нас. То, что там написано про Корах, это не история, это то, как мы должны подумать, как мы себя должны вести. Гам היום есть махлокет. Есть махлокет, что лишем шамай. Есть махлокет, что лишем шамай. И сегодня есть споры, во имя небес, а есть споры нехорошие. Это дугма. Бемигмара есть махлокет. שמאי, בית שמאי, בית הלל, ככה. המשנה אומרת, איזה היא מחלוקת שהיא לא לשם שמאי? קורח ועדתו. הם מתווכחים, אבל לא בגלל לברר את האמת. לא האמת מעניין אותה. יש להם אינטרס. לכן יש להם את המחלוקת. אבל לא בגלל האמת. Когда мы говорим про правильный спор, то Мишна нам говорит «Бет Шамай, Бет Илель» – это правильный спор. Почему? Потому что они хотят выяснить истину. Тот спор, который идет для того, чтобы понять истину, это правильный спор, он нужный спор. Но есть спор бессмысленный, просто для того, чтобы «а я хочу», «а, мне, а я такое, мне важно». И это спор Короха с его компанией, которые каждый под себя пытались подгрести и кричали, пытались переспорить. Махлокет лишем шамаим софа литкеем катут. Махлокет ло лишем шамаим эйн софа литкеем. Ма הכוונה? Софа литкеем. Махлокет лишем шамаим זה כמו מעמדו בגמרא, או ניקח קונסוליום. ברפואה, לוקחים כמה רופאים. אם תעשות ניתוח, לוקחים כמה רופאים, שומעים זה דעה זו, זה דעה זו, זה דעה זו, זה דעה זו, ובסוף מחליטים שכן לנתח, לא, אבל החלטה אחת. מה עם הדעות האחרות? זה שקר? זה לא שקר. הדעות האחרות רואים את המציאות בזווית, כל אחד בזווית שלו, שיקולי כאן, שיקולי כאן, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. זה מחלוקת לשם שמיים. מחלוקת שלא השם שמיים זה כבר כבוד. עניין של כבוד. עניין של כבוד זה לא בשביל האמת. אז אין סופה להתפיע. И когда мы говорим про спор, если это правильный спор, да, у нас каждый говорит свое мнение. И то же самое в медицине очень часто собираются врачи и говорят каждый свое мнение. Они это говорят не для того, чтобы переспорить, а для того, чтобы понять, какой правильный путь. И в итоге они, это позволяет им выяснить истину.
Но когда это не во имя небес, это только каждый сам по себе, то у этого спора каждый всегда остается на своем, и каждый делает только хуже в этом споре. Он ничего не улучшает. Нам и политика, то да. Мир это кандидат Росным Шана. Кто хочет быть главой правительства? Сколько платит? Там мы шармим. Я хочу. Степан Руце. Шаламасиба. Зачем? Чтобы там этот балаган убрать. לעשות קצת סדר בתוך הבלגן שיש כרגע. איזה פוליטיקה. אמרנו עכשיו, מי שרוצה להיות ראש ממשלה בגלל הכבוד, тот, кто хочет быть из-за уважения, из-за... לא יתקיים. Это не даст плодов. אני думаю, я думаю. Но מי שרוצה להיות ראש ממשלה בשביל להיות... А тот, кто хочет служить еврейскому народу, это будет давать плоды. Выход, куда я был. Это закон. Не бесплатно же. Умера, вы любых и вам. А, у козы материалист это? У цаир медай. И кого это? Чайсры. Ты богат. Говорит, повзрослеешь, поймешь. Что деньги важны, да. Что важны не только деньги. О, а с чего тоже нужно начинать? О, челюсть. А правительство это уже заканчивать, не начинать. Я щелю. Но я понял так, что пришли именно воскурять именно вот эти 250 человек, а и Короха, и Датама, и Авирама там не было. Кшибау леактир это ктор, это бау дабка матами хамешим, бли Корох, Датан, Авирам. Получается, они, то есть у них был интерес быть не коином, а власть. Эмрацу лоле актира, ла рацу леагиэле шельтон бецура ахерет. Нахон, эм гая, Корах התחיל את הפוש, נתן את הפוש. וזה מחלוקת, זה כמו אש. מתחיל מאש קטנה, ומתפשט לאש. Он их подтолкнул, это как огонь. Даешь маленький огонь, и он распространяется. Кен, да. Нет, я имел в виду, что получается он воспользовался этими 250 человеками, не целью там, чтобы достичь своих целей человеками. Корах. Я слышу, Корах не целью там, в Дахафу там, Левнеша Аллахбецму. Ой, Шхина. Кату, что Корах я мишевит Леви. Рувен, я Датан и Авирам, я умер Рувен. והשבט הזה היה על יד קורח. וכתוב, אוי לרשע או לשכנו. הוא היה רשע, זה כבר השפיע. השכן השפיע עוד יותר גרוע. אז לכן, דתן ואבירם היו עוד יותר גרועים מקורח. לכן לא מזכירים אותם. למרות שבסוף כתוב, לא רק שמחלוקת, לא כתוב. מחלוקת קורח ומשה. לא כתוב, כתוב קורח ועדתו. למה? בסוף הם רבו אחד משני. כשיש מחלוקת רבים מתחילים לריב אחד עם השני. אז זה נתן באווירם שהם היו יותר גרועים. הם אמרו על מצרים זה ארץ זבת חלב ודבש, כן. אני אתרגם רק. Здесь есть одно правило, которое несколько раз повторил. Ой, злодею, ой, его соседу. Еще плохо, злодею, плохо злодею, плохо, еще хуже его соседу. И мы видим, что Корах, он находился с той же стороны, где и колено Рувена, то есть они были соседями. Датан и Авирам, они были сами внутри уже колена. То есть все остальные, эти 250 старейшин, это были их компаньоны, по большому счету. И они их подталкивают. И не забывайте, когда мы говорим про этот спор, нигде у нас он не называется спор Короха с Моше. Потому что Моше здесь вообще нету. Они спорят между собой, потому что каждый хочет под себя урвать, и каждый хочет сказать, я командир.
Моше Рабейну там вообще нету. Мекан ломдим, мишу оте лагур беэзэ маком, де ло маспика дира, мидя шканим. Если вы куда-то хотите поехать жить, вы должны проверить не только хорошая ли квартира, а проверить, какие там соседи, какие окружения. Так получается, все вот это вот, все, это все из-за жены Корах. А Коль бегали, и что же Корах? Гам мотаем хамиши? Остану суиква? Не винта шелла. Тогда он понимает, почему спрашиваешь. А Коль Машхин Миша? 250. Я же стал. Но 250 человек представляли собой весь народ. Они колено Рувена были? Не, колено Рувена только эти. Мотаем хамишим иш, не зву кола ам, о давка Рувен? Еш грех народа. Рувен. Рувен. Они все были из Рувена. Что они из Рувена? Рак Рувен. Вот мне всегда интересно, на чем основывался Корах. На что он рассчитывал? Он же не глупый человек. Корах лотипеш. Мау хашав. Ктуб, шадам шеводев кавод, мабет тахухма. Ктуб, кавод, таава, эмоциим эт адам мин аолам. Он был умным, но когда человек преследует уважуху, он теряет разум. А, тало иде. Твар иде. Тов, работай. Шелахем ям тов. Анти и кмоко. Кен. Я погнал. Варвар Кварцав решен. Уже чуть-чуть.